В Петропавловске-Камчатском температура минус 1 градус, небольшой снег. В Хабаровске возможны осадки, минус 1. В Красноярске до 12 мороза, переменная облачность. В Новосибирске осадки маловероятны, минус 10. В Омске 6 градусов ниже 0, переменная облачность. В Уфе без существенных осадков, плюс 3. В Екатеринбурге температура минус 5 градусов, временами снег. В Нижнем Новгороде небольшие осадки, плюс 3. В Самаре 4 градуса тепла, возможны осадки. В Ростове-на-Дону переменная облачность, плюс 13.